Здравствуйте, мы продолжаем знакомить вас с тем, как в Нижнекамске проходят выборы депутатов Государственного совета 6-го созыва. Сейчас мы находимся в 11-й школе. Здесь два избирательных участка, 2204 и 2205. Голосование здесь идет очень активно, явка высокая. Хочется отметить, что у нижнекамцев праздничное настроение. Всего в городе право голоса имеет 173 587 человек. В районе таких 8905 человек. На участках за частотой выборов следят наблюдатели. С 7 утра здесь находимся. Несмотря на выходной день, явка в Нижнекамске хорошая. За время почти что 3 часа. Нарушений не выявлено. Сегодня одновременно с выборами проходит анкетирование по благоустройству дворовых пространств. Нижнекамцы с удовольствием высказывают свое мнение об устройстве своего двора, озеленении, освещении, увеличении парковочных мест и другое. Анкетирование проходит очень активно. Я прошла анкетирование, потому что хочу увидеть свой двор красивым, благоустроенным. Наш дом отремонтировали, покрасили фасад, отремонтировали крышу. Но еще не весь положили асфальт. Вот я надеюсь, заполнив эту анкету, что наш дом еще улучшится. Опрос проводится по поручению президента Татарстана Рустама Миниханова, который 20 августа объявил о старте новой республиканской программы «Наш двор». Выбрать, какой будет придомовая территория, может любой желающий. Волонтеры находятся на каждом избирательном участке. Кроме этого, везде проходят ярмарки. Здесь по выгодной цене можно приобрести овощи. В медицинских кабинетах можно проверить давление и сделать прививку от гриппа. А я напоминаю, что в течение всего дня наши корреспонденты рассказывают о том, как в Нижнекамске проходят выборы. Оставайтесь с телеканалом НТР-24.